Для начала повторяй-ка за мной. Меня зовут Эдвард Гэрретт, и я идиот. Меня зовут Эдвард Гэрретт, и я идиот. И заядлый непрушник. Фильм компании Netflix. Ты как у меня дома оказался? Взял и вошел. У меня к тебе деловое предложение. Хочу оставить кое-что тебе на хранение. А что в сумке? Что в сумке, тебя не касается. Не открывай, не смотри. Просто положи и забудь. Вот и все. О, нет. О, нет. Вот же срай. Я возьму всего 5 сотен и сделаю пару ставок. А как выиграю, положу обратно. Тебе не везет, ты ни разу не выиграл. Ты все продул, профукал и слил. Ты официальный чемпион мира по просеру. Отправьте пару пива за тот столик, за мой счет. Иногда мир полон совершенства. Говоришь, как полный псих. Правда? Мне нравится. Это хорошо. Она чудесная. Согласен, не напортач. Привет, я выхожу досрочно. Увидимся в понедельник. Да! Так ты реально в заднице? Еще в какой? Жизнь игра меня больше не устраивает. Давай, пошла, пошла! Нет! Мне нравится моя девушка. Мне нравится взрослая жизнь. Отыграйся. Только посмей сейчас заржать, и я тебя прикончу. Джин. 7 апреля.